Всем привет! Вы на канале Алена Флёр. И у меня сегодня вот две такие, ну, скажем так, полувзрослые орхидейки. Две стюартианы. Вот побольше стюартиана, по идее. Стюартиана белая. Тут уже размылась. Надо будет поменять этикетку. А вот это... Стюартиана желтая, Вариасион нобилис. Вот тоже покупала как взрослое растение. Здесь вот пипетка осталась. Вот им по месяцу. И мне особенно вот стюартиана нобили, она мне не очень нравится. Вот посмотрите, что у нее там. Как таковых корешков. Сейчас я вам покажу. Видите? Нету. Я хочу ее пересадить, или же даже надо будет ее отправлять на реанимацию. Вот так вот. Сегодня будем делать это. А эта стюартиана, она вот в застывшем положении. Сейчас я вам покажу ее корешки. В принципе, корешки у нее есть. Вот. Ну, чтобы раскуклены, нет. И вот там вот в серединке есть... Еле-еле, не знаю, видно вам, не видно. Начало листика. Там вот. Ну и все, вот он сидит. И вот я их хочу пересадить в более комфортабельную кору, в более комфортабельный грунт. Посмотреть, будет ли это им стимулом, чтобы они пошли дальше расти. Потому что если я их так оставлю, что-то мне кажется, что из них толку никакого не будет. Но здесь вот видно, стюартиана, листики уже в крапинку. Здесь у меня маленький, ну как, тут чуть-чуть есть. А вот эти два сказать, чтобы они такие уж в крап были. Не знаю, может, она слишком молодая, ее просто перевалили побольше горшок, чтобы продать. Знаете, иногда 1,7 даже зацветает быстро, но процвела ли она, я не знаю. Вот такой хиленький, смотрите, какой сухой хиленький цветоносик был. Не знаю, в общем, так что сейчас я их распотрошу. И мы посмотрим с вами, какие у них там корни. Вот я его выпотрошила. Честно сказать, живого ничего нету. Вообще ничего. И плюс вот здесь, вот видите, даже этот такой мусс прилипший. Не знаю, где она была, в чем она росла. Ну вот, смотрите, все это не живое. Поэтому она сидит. Так что пойдет она на реанимацию. Потому что с этим сажать не имеет никакого толку. Тут один, даже я не знаю, проклюнулся он или нет. Даже не проклюнулся вот это. Вот такое вот растение продают. Спасибо вам на добром слове. Сейчас посмотрим. Будем потрошить вторую стюартиану. Посмотрю, что говорится, ляпота. Скажем так... На хорошую тройку с плюсом. Даже раскупленные корешки. Эту я могу посадить сразу. Я так думаю, с нее толк пойдет. Вот такой вот стресс-пересадка. И она пойдет немножко в рост. Ну вот, я вам сейчас покажу разницу. Вот. Я их еще не чистила нигде, ничего. Вот такая вот корневая. В принципе, корней было много. Но их не стало. Ну и тут почти ничего не надо чистить. Там один, может, второй корешок. Все они, вот, смотрите, раскуклились, пошли в рост. Так что в хорошем грунте она хорошо пойдет, я так думаю. Ну, а эту, не знаю, спасу, не спасу, посмотрю. Ну, в общем, расстроилась. Их найти очень-очень трудно. Нашла на одном сайте, по-моему, Швертер. Надо будет посмотреть точно. Взрослое растение, давайте, в общем, 14 евро. Ну и вот за 14 евро вам вот такая вот благодать. Ну что, сейчас будем пересаживать хорошую стюартиану. Ну что, как всегда,
буду ложить немножко дренажа. Вот камушков. И потом чуть-чуть калий с керамисом. И теперь дальше я буду делать двумя руками, потому что одной неудобно. Ну, вот я ее посадила. Там, видите, чуть-чуть дренажа. Потом такая довольно мелкая кора, мелкой фракции с керамисом. И сверху уложила мхом. Чуть-чуть сейчас пролью, потому что кора она сухая. И будем смотреть за его ростом. Вот такой вот стюартиана белая. Пусть растет. Будем ждать ее цветения. Ну, а сейчас я пойду почищу вот это чудо, и потом покажу, что я с ней дальше буду делать. Вот видите, что от нее осталось. Ничего хорошего. Единственное, хотела вам показать. Сейчас попробую найти. Пока чистила, видела где-то вот как. А, вот. Чуть-чуть. Ну, видно вам вот здесь вот. Чуть расклевывается, так что, может быть, реанимация будет довольно легкой. Но такое, конечно, садить не имеет смысла в грунт, ничего там не будет. Так что сейчас поставлю, сделаю тепличку ей, поставлю на бидаржиль, на керамзит, и будем наблюдать. Пошла искать колбу. Ну вот. Сейчас вам покажу, что я сделала. Нашла вот такая у меня есть ваза. И тут я ее керамзит. Керамзит сначала промыла, потом фиталовине замочила где-то на полчаса. Вот так вот укрыла. Видите, уже начинается там делаться как испарение. Поставила мою стюартиану Нобили. Вот так вот она будет стоять, и укрыла пленкой. И вот сейчас я поставлю такое место, где все время одна температура, и будем наблюдать о ее реанимации, проклюнет ли она корешки. Сейчас я вам подниму ее. Я поставлю на место и покажу. У меня уже одна такая в тепличке на реанимации, Нарбона. И я вам покажу, какие у нее есть результаты. Ну, вот так вот она у меня будет стоять вместе с другими моими вот орхидейками. Тут недалеко от все время есть свет. Тут что ей надо, потому что есть фитолампа. Тут тепло. В зале вот так вот. А сейчас я вам покажу, тут вот он тоже уже стоит, малыш такой у меня распускается. Вот сейчас я вам покажу мою Нарбону. Не знаю, сейчас не видно было. Вот там вот уже начали проклевываться корешки, видно вам, не видно. У нее еще и тургер был плохой. Сейчас попробую чуть-чуть брать. И вот там вот, если видите, вот там вот проклевывается тоже корешок. В общем, они начали расклевываться, корешки. Вот видите, какой у нее тургер. Но она пошла мне растить. Ой, свечивает. Начала тоже растить листик. Так что это все за 10 дней, хочу я вам сказать. Поэтому у меня большая надежда, что мой... Ну, пока покажу красоту, пока заканчиваю. Что мой, моя стюартиана тоже быстро наберет там таких корешков, то, что нам надо. Вот, посмотрите, пилорик, бабочка рядом стоит.
другие мои бабочки цветут. Вот. Ягуар, один из ягуаров. Ну так вот, в общем, вот такое вот видео у меня на сегодня. Тут еще один психопсис трилипс пытается раскрыться. Скоро буду ждать. Но я о психопсисах сделаю другое видео. Ну вот такое вот видео у меня на сегодня. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не стесняйтесь оставлять ваши сообщения. Всем пока-пока и всем хорошего дня!